Вроде бы все зачищено в отсеке. Нужно еще раз все проверить и начать тушить огонь. Первая группа. Окончательно проверить отсек на подозрительное движение. Вторая группа. Ликвидировать пожар в отсеке. Так сильно слаб, но бой с Кавышей забрал у него последние силы. Часть короны поддерживает его жизнь, но у него практически нет сил. Есть один способ починить Морока и восстановить ему силы, но нужно будет снова проходить в другие миры через порталы, а это небезопасно. Нужна еще одна экспедиция. Кто-то должен будет его сопровождать. Так, что за способ, который поможет починить Морока? Мы проберемся в крепость и переплавим доспехи отца Морока. Сталь этих доспехов невероятно крепка и обладает магическими свойствами. Тебе нужен кто-то в помощь. Кого возьмешь? Большой отряд создавать нет смысла. Все потрепаны после пришествий на базе. Да и толпа не прибавит мобильности. Одного бойца должно хватить. Думаешь? Да мы быстро. Зашли и вышли. Делов-то на 20 минут. Ну, смотри. Кого берешь? Раттет, думаю, подойдет. Он знает эти места и опытный боец. Я так и думал, не получается распилить доспехи. В крепости есть подземная часть, а там есть плавильня. Нужно отвезти его туда. Откуда ты знаешь про плавильню? Я здесь раньше работал, я знаю эти места. Раньше это когда?
Очень давно. Я работал тут и механиком, и много кем еще. Времена тогда были совсем другие. Был король, не было хаоса, были законы. Все их соблюдали и подчинялись им. А что потом? Потом случилась война. Смута, хаос, много всего изменилось. Да, я помню. Морок рассказывал о чем-то подобном. Да-да, много всего случилось тогда. Но сейчас не самое время. Нужно доделать работу и возвращаться обратно. В этом мире все, и все очень враждебны. Я сейчас попробую восстановить работу печей, а ты следи, чтобы на шум к нам не пришли незваные гости. Сейчас гаснет, я подкину топливо. Продержишься до моего прихода. Постараюсь. Ну давай же быстрее. Теперь я не уверен, что...
что продержусь. Сейчас, я уже иду. Давай же, скорее. Так, один есть. Чертовски крепкий, да еще и его прихвостни постоянно лезут. Нужно выплавить хотя бы 5 слитков. Надеюсь, этого хватит. Скажи, что осталось отлить последний слиток. Ну, почти. Сколько готово? 1. Ясно. Ничего, железо расплавилось. Сейчас должно дело пойти быстрее. За печь, иначе он нас сомнет. Одна из печей разрушена. Теперь плавить будем еще дольше, а времени у нас нет. Да, он нам не даст спокойно переплавить металл. Я знал, что здесь опасно, но не ожидал, что случится такое. Нам надо уходить. Лучше привезти хоть что-то, чем оставаться тут навсегда. Потерпи. Если выберемся отсюда, я тебе потом такие пушки наварю. Я слишком сильно разогрел печи. Они давно не были в работе. Сейчас они перегреются и взорвутся. Опрокинем котел с металлом. Он задержит их все. Даже и не верится, что мы выжили против такого монстра. Да, если бы не твоя идея стрелять по плавильне и перекрыть им путь, они бы нас точно уничтожили. Вот мы и добрались до портала. Надеюсь, что слитков хватит, или все это путешествие и битва были зря. Надеюсь, все получится. Открывай портал. Уже открываю. Правда? Мне новые крутые пушки наваришь. Правда, правда.